Главу управления автотранспорта пограничной полиции задержали офицеры НСБК. Подозревают его в извлечении выгоды из влияния. По версии следствия, он вымогал 12 тысяч евро у нескольких человек. Взамен он пообещал закрыть их уголовные дела за угон автомобилей в Румынии. Они написали жалобу в Центр по борьбе с коррупцией. Деньги передали двумя траншами под контролем силовиков, пока полицейского задержали на 72 часа. Если его признают виновным, ему грозит до 200 тысяч леев штраф или до 6 лет тюрьмы. С начала года под следствие по подозрению в коррупции попали свыше 40 полицейских. Это на 57% больше, чем за тот же период прошлого года.